Всем привет! Сейчас идет агитационная кампания. Кандидат имеет возможность встречаться с избирателями и выслушивать их чаяния. А мы решили поинтересоваться у прохожих на улицах Минска, чтобы они пожелали будущим депутатам. Здравомыслия и ответственности перед избирателями. Также пожелала бы, чтобы они были максимально честны. Я бы пожелал, чтобы они были честными, добрыми, ну и помогали народу. Ой, ну работать во благо народа. Понимать, что это вообще высокая прерогатива. Самое главное сделать все, что обещали на предвыборной кампании. Победы! Чтобы работали хорошо. Построить процветающую страну. Больше практического подхода к принятию законодательных актов. Не отрываться от жизни, реагировать на ситуации, которые у нас складываются. А таких ситуаций много. И в жизни пенсионеров, и в жизни молодежи, в жизни женщин, в общем, в жизни общества. Если этим они будут руководствоваться, они свою миссию выполнят. Удачи и плодотворной работы на процветание нашей Родины. Нацеленности на важное, нужное дело для нашей страны. Чтобы все было хорошо в нашей стране, чтобы жизнь наладилась. Ну и все, чтобы люди улыбались больше. Чтобы работали на народ. Чтобы оправдали доверие да, народу. Да, доверие народа, чтобы оправдывали. Чтобы трудились во благо народа и все. Удачи и исполнения их желаний. Я бы им пожелал плодотворной работы и слышать больше то, что актуально на сегодняшний день для всех граждан. Упорство, старание, ну, уважение больше. Ну, самое главное быть ответственным и выполнять свою работу. Большего ничего от них и не требуется. Оставляйте свои пожелания в нашем интерактивном чате. Всем пока!